Очередное ЧП с участием ребенка. Сегодня в полдень с 5-го этажа многоэтажки по улице Родимцева упал 4-летний мальчик. Малыш, как во многих других подобных случаях, облокотился на москитную сетку. Мальчик доставлен в больницу, его состояние оценивает как средней тяжести. В момент трагедии ребенок находился дома вместе с родителями и двумя братьями. Мама и папа мальчика были в другой комнате. По словам соседей, 4-летний малыш в момент игры с братьями облокотился на москитную сетку и рухнул вниз. Семью в этом доме характеризуют только с положительной стороны. Вроде как и детки играли на подоконнике. Да. Вот все, что я слышала. Хорошие люди. Хорошие. Только с положительной стороны. У них было 3 детей, и все были очень дружные. Мы всегда радовались за них, что вот прям... Такие вот детки хорошие. Ребенка увезли на машине скорой помощи. Сейчас малыш вместе с мамой находится в центре детской хирургии. По словам главного врача, мальчику сказочно повезло. На нем нет ни одной царапинки, и он ничего себе не сломал. Вообще удивительно. Мы раз сделали, второй раз сделали все снимки, ну вдруг что-то. Он адекватно разговаривает, все в сознании. Мальчишка нормально себя чувствует. За год это уже 16-й подобный случай, а за месяц 3-й. 2 предыдущих ЧП произошли в Орске. Правда, спасти детей тогда не удалось. Специалисты настоятельно рекомендуют родителям не оставлять детей без присмотра.